Это управление по борьбе с наркотиками. Немедленно зайдите на посадку. Что он делает? Меня зовут Барри Сил. Возмещаю ущерб. И сестре тоже. Привет, красавица. Купишь новый велик. Примерно так все и было. Вы меня не видели. Лучший пилот гражданской авиации. Не пристало такому асу летать на аэробусах? Добро пожаловать в Майами. Добро пожаловать в Бейкерсфилд. Тебе никогда не хотелось чего-то большего? Ты должен служить стране. ЦРУ? Надо кое-что кое-куда доставить. А это законно? Если работать на хороших парней. Барри Сил, черт возьми, ты гений! Авиакомпания платит тебе зарплату, и мы на нее живем. Так нам будет лучше. А это законно? Ты мне доверяешь? Нет! Выходим на новый уровень! Пес раскопал это на заднем дворе. Деньги валяются повсюду. Я соберу их утром. Полиция! Всем оставаться на местах! Оружие, наркотики, отмывание денег. Готов подарить каждому по Кадиллаку за причиненные неудобства. Я уйду отсюда в любом случае. И никто из вас меня не остановит. Он свободен. Так, не понял, минуточку. Сори, остались без Кадиллака. Я работал на ЦРУ, наркоконтроль и Пабло Эскобара. 1500 килос. 15 килограмм. 1500, парень. За один раз. У тебя нет выбора. Сделано в Америке. Пристрелите американца!